Это Мисс Виден, и сегодня для вас я снимаю видео, которое называется «Прикольный ноябрь». В этом видео я показываю вещи, которые мне понравились в этом месяце, и вещи, которые могу посоветовать вам. Сейчас я покажу вам вещи, которые предназначаются для ухода за собой, теми, которыми я пользовалась в, собственно говоря, ноябре. Итак, поехали. Первое, что я вам хочу показать, это вот такая вот баночка. Называется это «Кератин», то есть марка какая-то Kellogg's Cosmetic. Это, короче, маска для волос, которую надо использовать, по-моему, где-то раз в неделю для укрепления, наверное, ваших волос. Собственно говоря, вот, я забрала последнюю баночку, потому что она была по акции и стоила гривен, не знаю, 50, возможно, вот. Ее там достаточно много, сейчас я покажу, сколько мы использовали, достаточно много. Так что вот, мы только... так что хватит ее надолго, поэтому часто ей пользоваться не стоит, но вот для укрепления волос раз в неделю, думаю, можно. Следующее, что я бы хочу показать, это вот такой вот прекрасный гель для душа марки Natural. Зеленый оазис. Оформление бутылочки радует, поскольку красивый задний фон, сзади там какие-то водопады, здесь какие-то вот эти, собственно говоря, эти, боже мой, водяные лилии, вот. И сам запах напоминает, сейчас скажу, что напоминает, вот какой-то такой вот, не траву какую-то, а вот какой-то такой вот, как будто бы водяные лилии, но водяные лилии пахнут как-то похуже, а это пахнет вот прикольно. Поэтому тоже в этом месяце приобрели мы зеленый оазис. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такая вот тушь от марки Diva Cosmetics с вот такой вот прекрасной щеточкой, которая прикольно подкручивает ваши реснички. Вот, собственно, оформление вы можете сами смотреть. Ну, обычная тушь, собственно говоря. Вот. И последний из этой категории я вам хочу показать. Это вот, еще раз встану, извиняюсь. Это вот такая вот мицеллярная вода от марки Watsons. Даже стоит тут Perfect, Baby and Perfect. Своей работой она справляется достаточно хорошо. То есть снять макияж в ней можно. Вот здесь вот такая вот колбочка. Тут вот сейчас открутим. Здесь вот такое вот, то есть закрыто оно достаточно хорошо. Мама покупала тушь и вот эту вот воду, она по мицеллярно, она получилась даже дешевле, чем, наверное, обычно стоит. То есть это такая вот акционная бутылочка. И теперь, ребята, я вам предлагаю посмотреть одежду, которую я приобрела в этом месяце. Там будет достаточно много, так что хочу вам показать отдельно. So delicious, JC always does it right. That delicious driving round in his ride. Getting B-less, now I'm feeling so fly. Like Jesus, like Jesus, like Jesus. Now I'm feeling so fly. Like Jesus, like Jesus, like Jesus. Now I'm feeling so fly. Like Jesus. Give me that Momo Zis, sis. Give me that Chris and Chris, Chris. Ladies love my hair, and my cross is what they wear. Get them Bibles poppin'. We got that faith in that love. Now give them two more Bibles, cause you know I'm above. Baby, like hell, bad. Bring it up, bring it up. When Santa girls around me, they be hacking like they none. Hacking like they none. They be hacking like they none. Оценили мою одежду, и тут достаточно многое количество. Ну и на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши комментарии. И на этом все. Я вас очень сильно люблю. С вами была Свизен. Подписывайтесь на мой твиттер, там я пишу много о жизни и много цитат. Так что, если кто любит цитатки, любит почитать что-то о жизни, кто интересуется, возможно, моей жизнью, если вам это интересно, то обязательно подписывайтесь на меня в твиттере. А я вас очень сильно люблю. С вами была Свитер. Всем XO. Ладно, ладно. Всем целую, обнимаю. Всем пока-пока.